резист. У меня по сути написано 31% снижения урона от огня. Это хорошо. Ну, так это вообще хорошо, конечно. Сколько у тебя? 350? 330. А, ну вообще прям отлично. Проверка. Ты попробуй постоять, именно дождаться. Вот откуда ты заходишь, Вилаша, откуда я тебе показал. Попробуй именно постоять, дождаться. Оно прям активируется, и ты прям будешь в своем секторе. Именно дождаться. Прям не двигаться ни право, ни лево. Попробуй. Вот. И тогда у тебя все будет понимание. Вот сейчас следует этот трайм, попробуй. Некромантика, Катрисия, вы где там? Надо в поинте нарисовать, короче, обстановку. Как mm-hmm. примерно держать и все. Просто один по центру, двух лучей. По центру двух лучей. То есть там один нужен перед тобой, второй за тобой. Так, вроде все готовы, да я чё? Который перед тобой должен быть ближе к тебе, чем тот, который. Я на противоположную пойду. Маленьких, маленьких, быстрее подамажьте с меня маленького, а то он вырастет. Алло, будет миллион урона, хп. Смотрите внимательно за маленькими. Invisible и World, смотрите по боссу на агро. Внимательно, чтоб не срывали. Так, 2% фаза, верим. Там много, кто не зашел? Призан. Метроприст? Призан не зашел. А, призан. А ты агро, должен... Агро. Он... Да, убили. А ты должен заходить. На старте лезвие... А, до лезвия убили? До лезвия. Да, босс убил. Не отхилили? Ну, хилы моча нахуй хули. Заходите падать. Хилы может, моча. Может лучше Холи Палан туда зайти? Нет. А в свету кто будет хилить нахуй? Я сам буду хилиться. Давай еще. Ну, конкретно сейчас. Давай еще вот... холипало. Нам ДПС хватает. Конкретно, смотри, вот. Ну, так я спекну холипало, тогда бидону надо просто выкидывать с рейда. Ну, вот просто смотри, блин. Линканите 9... мне полученное исцеление Эвилашей. Кто ее хилил и чем? Пожалуйста. Смотри, вот. Атака ближнего боя 9 бидон секунд до смерти. Вот атака ближнего боя проходит 2 секунды, да, почти. До следующей автоатаки. У нее как было 7, у нее 70% ПП до сотки не поднялось. Там еще одного тока 30% ПП и потом смертельный удар. Я все это понимаю, но вот смотрите. То я прошу, линканите, кто там хилы, блин? Вы что, дрочите? Бидон. Кто и чем хилил? Быстренько. Что это? 18 тысяч? Там маркдаун тут хилил сколько? Полученное лечение. Калий. Так а почему вот маркдаун 130, да? Синтек? Синтек 47. Помоложение быстрое, я считаю, прокнуло. Бидон 18 тысяч. Это о чем говорит, братан? Бидон, блядь. Это говорит, где волна исцеления у тебя? На панельке есть она? Конкретно. Вот, твоя задача. Щит висит на танке.
дыхание идет, ты предиктом уже в конце дыхания должен докастовать волну исцеления в танка. Остальные хилы, ну, Мордаунд хил, Синтек, что это за хуйня? 40 тысяч, что это, блядь? Ты? Что, блядь, покров не дать, что ли, или как? Ну, я не понимаю. Призан, ты не зашел во тьму. Почему ты не зашел? Они втроем там хилят 20 рыл, блядь. Ты должен туда зайти и давать цепухи. И тоже в танка давать что-то быстрое там. Ту же быстрину. И выжил бы танк. Ты не зашел, ты остался тут чилить. Тебе надо заходить туда. Я хилил ТД и всех остальных. Я дал вот я и говорю про... Я и говорю... Все, молодец, красавчик, блядь. Конкретно Призан сейчас виноват, то, что он не зашел. Это раз. Второе, блядь. Три ретрика. Ну, вы как думаете? У вас флешка мгновенная нахуя придумана, блядь? До ретриков доебался. Как только вы видите, там похуй, есть хилы, нет. И как только увидите пол хп у танка, вы должны мгновенно в танка закинуть вавилашу вспышку. Потому что вы должны понимать себе такую простую истину. Если упал танк, нахуй, вы вайпнулись. Нельзя проебать танка вообще никак. Тот сетап, который там есть, бидон, синтек, мордаунд, они никак не должны уронить танка. Плюс потому что вы есть ассисты, блядь. У вас есть капля. Вы крылья сдали, дайте каплю, дайте бабл на себя, блядь. И танк у вас не сдохнет. Призан, а ты если ты крылья сдал, ты через 30 секунд. Через 30 секунд нажимается. Не через сколько там. Ну, 50 на 50 там, да. 50 на 50 нормально. Не, лучше бабл, конечно. Этот. Призан, запомни, ты заходишь в тьму, потому что там 20 рыл бьют, там много очень целей надо хилить. А выходишь в свет, именно хилить здесь волной исцеления танка. То есть меня МТ, либо протопала. То есть не забывай эту хуйню. Тут стоят только ДСшник. По сути, даже и ДСшнику может заходить, но я боюсь, блядь, справится ли он там метки выносить. Пускай лучше стоит с гламуром здесь. И Лингрен еще стоит. Вот. Ну ему тоже можно заходить, но лучше это, на случай, если меня ебанет, чтобы он остался здесь. Поэтому он остается. Так. Сейчас. Камни берите, во тьме жрите. Так, что там по готовности? Готовы Равине накикнуть, он не принимает. Так, отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Ебать, тот под боссом стоял. Да. Походу, да. Падаем. Там прям не под боссом, а с той стороны, с дальней. Там в заднице где-то, нахуй, в нем. Это кто был вообще? Надо посмотреть. Кого там метеор полетел? Метку бы еще ставил на того, кого метеор летит, блин. Вообще бы кайф был, нахуй. Он не ставит. Вычислять, чтобы, да? Ну. Ну, только по карте смотреть, ну, это я не знаю, блядь. Надо бышку туда наводить. Бичи, блядь. Ну ничего, ты же записываешь, мы это выясним. А там плохо видно будет, там прям в боссе. Нормально. Команда детективов потом такая, хрень, с моноклем нахуй рассматривает. Ёбаный урод, мне кажется, этот сударь нахуй побежал, блядь, под босса нахуй. Хуяк приходит на следующий день, косарь ГП просто, блядь. Ну второй час идет, мы тут сидим нахуй. Ну, почти часто объяснял, но... Да. Ну не час, как бы там минут 20. Минут 30, блядь. Долго. На хули, а видишь, оно хоть объясняй, хоть не объясняй. Вот такая бичевская хуйня будет по КД, нахуй. Ну, типа. Вот это вот поебень. Типа, тогда мы объясняем, бля. Как только опытные люди появятся, вот сейчас 20 человек, 25 убьет, потом
потом другие, они будут меняться и меняться, и потом шансы того, что, блядь, босс будет убиваться там с 5 травм, будет повыше. А сейчас нам тут сидеть нахуй дохуя еще. Цирк приехал. Войт приехал. Да он и не уезжал. Просто 25 работников в цирке, да? Клоунов, нахуй. 25 клоунов. Сука. Ой, блин. Бегаю под ебалом, нахуй, нихуя не знаю, нахуй, да я чё. 5, 4, 3, 2, 1. Руническая КД, нахуй, я понял. Смотрите за игрой Invisible, там в частности и какой-то маг еще. Небеса в говне. Рано диспелить. Хулипал упал. Ёбаный в рот. Пал, не упал. Пал, упал. Хуй знает, как бы стало. Синтек, поднимай гламура. Вадикон ультра пристан. Попробуем дальше. Хилы упали, по сути, ДПС не должны были потерять. Поэтому попробуем. Метеор. Кто там фонит, блядь? Биг Дэм. Понял, блядь. Он тебя фонишь, блядь. Я понял, блядь. Не, у тебя реально микрофон перебежал. Я понял, блядь. Ну да. Микрофон еще охуенно. Големов маленький. Ага, блядь, вообще. Он не может понять. Он не может это понять. На местном Аливазаре. Да, на базаре только стал. 2% готовимся. Подвиг великий. Гудвин, волшебник, который вернет мне сердце. Давайте внимательно там. В тьме носите кто-то, нахуй, кому не лень, нахуй. Ну, ну. Мне не лень, но я пока сейчас ничего это, не понятно, стоим. Потому что будете там, блядь, без Орелла, нахуй, будет хуёво, нахуй. Я не могу в двух мирах быть. Вот лезвие скоро 7 секунд. Вилас, давай, наверное, маленечко подкручивай, сейчас в этом секторе подлежим. О, пойдет. Выноси. Рог. Как дела, призом? Вставалку юзай. Захильте его. Иди обратно заходи. После лезвия будет смотреть аккуратнее. Инг, фриза надайте. Да, кто во тьме хилест. И бидону там дайте. Раздайте все. Все, появился Светуха Леон. Третья четвертая. Тьма, притормозите. Аккуратнее там с выходом. Да куда ты? Перебегайте. Переходите. Да вы что, хилить не можете? Ну и нахуй. Чё, парень? Да чё, вы форишь? Бидон мёртвый лежал. Два бича на дороге. И на пристине не хилит нихуя, нахуй. На туре. Её лезвие Сумерек убило, блядь. Мне вообще похуй. Сними дух. Синтек, как дела? Хотя Синтек, блядь, больше всех на хил. Это... Вы не паникуйте там. Вот это лезвие Сумерек, видишь, ебать? Всё, как она пропала, я пропала лезвие, стойте на месте. Да. Оно где пропало, там и появится. Но там просто могут забежать, то есть вы просто смотрите, вам когда говорят, сейчас оно будет, вы просто свою позицию посмотрите, что вот вас не порезало. Желательно, если там не уверен, отойдите подальше там чуть-чуть, потому что у вас радиус, ну, больше места будет. Потом чекните, что лезвие вас не убило, пойдете дальше бить.
чтобы не забежать в центр, в кресте, где они вот лезвие идут. Метка на бигдема, ассиста дал тебе, на себе метку обновляю. Во тьме полностью ты говоришь вторую фазу. И в третьей, если что-то кто-то не так несет или не несет, тоже говоришь. Нет, честно. Жрите. Ну, в чем сейчас трабл был? Танка уронили, это что, лезвие задел? Ну, пошли, умер бидон, вышел призон, в свет остался, кто там, хилы, которые просто не выхилили танк. А, ну да, да, там, само собой. Бидон, что ты умер? Лезвие, как он, блядь, умер? Два раза лезвие, блядь. Бидон на чем умер? На лезвие? Бидон. Лезвие сумер, бросил. А какого хуя ты на нем умер? Ну просто вам метку надо, путеводную, нахуй. Вот, на себя метку ебани. Ну, бигдем переагрил, бетон, лезвие, сумерек. Вилаша два лезвия и рассекающим КП, короче, получила. Меня убило, когда Вилаш умер уже. Нет. Эй, бичи, блядь, ясно. У вас ты стоят там в тьме, к дракону слишком близко. Следовательно, ты переагрил, ебать. 3 секунды разница, у Вилаша 3 минуты 17 секунд смерти, и бигдем 3 минуты 20 секунды смерти. Чинтек клевещет нахуй на бигдема, тихо нахуй, хватит, блядь. Меня показывают, что они 3 минуты 20 минут. Да похуй уже, что там кто показывает. Бидон, ты не должен сдыхать. Пойми эту хуйню. Так давай я думал. Еще посмотрим, короче. Ну, там да, там нереально. Ну, этот хотер нахуй, этот щит, этот хэприз тоже хотер нахуй. Они не поднимут танка, блядь, никак. Нужен тот, кто волну кастует. Ну, хэпал, я не знаю, там можно выкинуть бидона просто с рейда и Авиланию спекнуть. Но как Авилания будет справляться с хилом, я не представляю, блядь. Или рависта загонять на хила нахуй. Давайте думайте, что будем делать. Второй вариант был, кстати, нормальным таким. Если ровист не против. Бидон, еще пробуешь или меняем? Ну нахи, а в свете оставь. Ты задачу свою четко понимаешь? Ты не должен там сдыхать от лезвий ни от каких, блядь. Ты должен находиться сбоку босса. Все это должен и смотреть за танком. Как только танк на фулл хп, цепуху в рейд дал, дальше смотришь волну давать в это в танка. Бидон. Так, давай ланстрай, если что, меняй. Если бидон закосячит, сразу меняем. Короче, рависта на хпала тогда. Ну я хуй знает, ну или бигдема, я хуй знает. Кого-нибудь надо менять нахуй. Ну, потому что, чтобы не был... только не бигдема. Чтоб был хил. Нет, бигдема. Бигдем посеводит. Ну, или мне зайти похилить, нахуй, я хуй знаю. Не надо бигдема. Пожалуйста. А ты сиди танчи. Ну, нормально хилит, блядь, не бигдема. Ой, блядь, не сиди. Мы, блядь, инстом умрем. В натуре, блядь. Будет диспей в рейде, нахуй. Топа, готов? Я читаю, тихо, все тут. Так, еще раз. Даем отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Нет вообще ничего уникального. Разрушение. Порыва. На танке. Танки. На это. Ебану. Под хвост. Блядь, не в ту сторону. О, все под хвостом. Все выжили. Мы же договаривались в другую сторону крутить. Не, я на рейд поворачиваю, чтобы вы на ту сторону перебежали. Да нахуй, у людей башка мозг поплыл сразу, блядь, с этим разворотом. Не, нормально. Равис стресса и призана, а Катрисия ворлда. Там ДПС немножко проебали, так что старайтесь посильнее бить. Метеор. Опять на танк еще. Нет, нет. Это мелких быстро, ауе, дайте. Ага. Вот уже отработали спецманевр. Ебать. Просто повысился опыт, плюс 500, нахуй. ЕП? Опыт. Ну, как экспириенс, когда мобов бьешь, зарабатываешь, так и тут. 3%, да. Не успеваем. Еле успели, нихуя. Ну и так же, она с той же стороны заходит, я тут же встану.
Так что встаньте, где начинали сбоку. На другую сторону перейдите, как с той стороны стоит. У меня, короче, пинг все хуево. Ну а работаем, синтек, работаем. Пытайся. Да, про хила нет, приеду. А чё тут по с хилом-то, блядь, шо нахуй? Похильтесь, похильте себя, похильте себя. Кастаните разок флешку вся там, выровняйте рейд. Давай подкручивай, подкручивай, Вилаш. Ладно, нет, стой, вот так. Сейчас всё заебись будет. А мы тут стоим, молимся за вас, святу, блядь. Свечки ставьте там. Сейчас свечку поставлю. Блять, костер не могу заюзать. Бой, потому что. Скоро лезвие будет. Блять, там за собой посмотрите. Сейчас выносишь метку, не подпади в лезвие. Топа, сэджи. Отдыхание. Они... Близко стоите к боссу. Блять, сори. Даже ловящийся живой. Просто три роги, блять. Блять. Как дела, блядь? Поедет спокойно, блядь, где закончилось, там, блядь. Так дыхание вас берело. Ну, я думаю, пасть быстрее, смысла нет, мы не убьем. Ну да, заходим, падаем. Падайте, подлезаем. Нахуй, только вы не заходите. Не покидайте тело, пока не заходите, босс не сывейдился, умрите быстрее. У нас были все шансы. Да, в натуре, ебать. Просто одной левой, нахуй. Мы уже почти убили. Натуре. Просто да. Босс, нахуй, троих рогов. Роги слабый класс, просто под дыханием. Ложные не прожали, нахуй. Через пару троев мне надо будет уйти, короче, минут. Совпадение? Не думаю. Не думаю, ну. А чё у нас? Победный трой. А чё это синтек такое? Ты чё там, куда? Мне, да, у нас там это... Ну ты конкретно до конца уходишь? Собрание. Не, на 10 минут, говорю, ухожу. Я понял. На собрание отметится. Не, какой нахуй перекур, блядь, забыть. Нам расскажут, какие мы все хуёвые. Вам обязательно сейчас слушать это, типа, там, как вас будут поселять, блядь? Бор анонимных алкоголиков. Да, будут рассказывать, что пятый этаж хуйло, блядь, шумят, нахуй. Кто-то там про бичей кричит. Тут, блядь, инвалид, если что, сейчас... Я не ходил на собрания такие. Сейчас, короче, пока трой дадим. Везде одно и то же, блядь, да? Да, конечно, блин. Хотят от студентов, чтобы они были, блядь, спокойные и молчаливые старые бабки, блядь. Нет, ну нам выговаривали, что у нас толчки постоянно заселены были, так что... У нас то же самое, у нас, блядь, еще на пол клинится, блядь, музыку... Только что вы срёте в толчках-то? Это... Прикинь, ты заходишь, ты в туалет, а тебе просто три толчка, такая же горка с бумажкой. В натуре круто. Блять, нахуй, я говорю, блядь, шаурму хочу. Комплимент от завязания называется. Вот сходишь как раз после шавухи. Ну, блядь. У меня еще нет шавухи, блядь. Я хочу третью фазу побить, посмотреть уже, какой у нас баланс. Мы тоже хотели, только один бич сказал, и падает. Ну так, а кто напуливает будет? Там вайп. Так минус 4. Минус 4, блядь, будет вайп просто. Этот, нахуй. Кто там во тьме бьет? Ну, роги, вы, конечно, в свет выходите, но вы сдохли. И маг тоже, все остальные позиционируйтесь так, что именно каст дыхания, там босс же даже ебало поднимает, так дышит, набирает воздух там в это в пасть. Ну, делайте так, что вы отойдите, блядь, назад немножко, я же говорю, проебите один удар, два, блядь, секунды три, до, нахуй. До лезвия еще 3 секунды было. По ДБМ. Да, даже во время лезвия, если он дыхание дает, блядь, отходите нахуй подальше от босса, потому что у вас дыхание сбивает, ну, не должно быть этой смерти вообще никак. Вот смотрите за этим. Так, даю отчет. Заходите за линию. У ребят просто нулевое понимание. Нулевое сопротивление. Саб-зиро. Ниже нуля. Нулевое сопротивление чего? Алкоголь. Тупнику? А, ну все. Алкоголю. Метеору нахуй. Метеору. С неба падает. Нулевое сопротивление. Где он, ебаный, не вижу, а вот. Право. Только перебежать не успел. Ну хули.
Наверстываю упущенное, ебать. Бьют Галимана на другой стороне. А это кто говорит вообще? Некромант. Некромантика. Ну смотри. Сейчас мы вернемся. Жди, не уходи никуда. Будет рахнуть, если на меня ебанет. Да. Он ебанет и не ебанет. Мелких. Все, блядь, заливается, все изи. Просто осталось выжить, нахуй, пизда. Просто, блядь. Но. Да, Биг Дэм, ты там путеводная звезда. Пич, да. Я уже буду звездой, блядь. Не будешь звездой, будешь пиздой. Это на серый. Давай крутиться, Вилаш. Крутиться, крутиться. Раз, два, три. Шесть. Я думал, упадут. Ты ману там не проебывал, да, пристой. Там предупреждайте, кстати, о переводе. Сколько процентов? Кстати. Ну, Макс. Так. Скоро лезвие будет. Стой. Посмотрите, чтобы не порезало вас. Седжи, выноси. Седжи, Седжи. Вилаш, выросло лезвие. Уронили. А, лезвие убили. Да. Заходим. Врываемся мы. Ну да, ебать, хилы 100%, блядь, косяк. Да, хилы. Хилы, ну бы нахуй. Не выхилили лезвие. Лезвие не выхиливают, ебаный. Пиздец, конечно. Удаляю хилоспек. Теневой резист надо нажать. Да, метка на мне. Все, блядь, я удаляю спек. Аэрдру, блядь, больше. Это умирайте, блядь. Все. Нужно удалить хилоспеки всем. И пойти играть на сок. На ДД пойдем, да? 25 да. ДД, нахуй. Качайся паладина и буду под этой башню. Чисто трэш дочистим и пойдем до Лоран, нахуй. На конях с лича сидеть. Ну, дэшечку подняли, да и пошли. Ну, тури, блядь. По 150 с босса, 450, нихуя себе. Плюс бонус, ебать, 21, нахуй. Ебать. Бомба. Пошли, блядь, купим, нахуй, этот, сферу рыцаря. Войт, а расскажешь, почему ты не танчишь темного? Ты заебал, блядь. Ну давай похуй потанчу, блядь. Ооо, наконец-то. И Вилаша готова танчить? Голема. Покажет или... свой недокап мастерства, блядь, его плюнут. Еще раз плюнут. Мажет. Я понял, блядь. Готова, Вилаша, свет танчить? Там несложно, там голем. Ты не в ЛПшку. Давай попробуем так. Главное, не юзай обилки, когда големы появляются, хиловские или что там еще, ну. Что там нельзя юзать? Ой. Ну, ключ, панцирь, захват и удар смерти. Катрисия, ебать. Ну шо там, World, Равист, как дела там, блядь? Синтеку там, блядь, на собрание пора. Да, мне на собрание после этого трая. Хотя, может, даже на два трая еще успеем. Ты чё, ребёнок? Так ты этот блоки да? Своём проведи, собрание. Собрание. Ты помнишь? Собрание. Блядь, к себе пригласи их просто. Да-да-да, к себе пригласи. Скажи, только тут немножко про бичи говорят, но так похуй. Воин пояснит за всю жизнь, за всю хуйню. Ты просто приходишь, коммент, нахуй, говоришь, нахуй, пойдем на собрание, блядь. В смысле, блядь, пол восьмого, если уже 7 минут, как, блядь, пол восьмого? Да похуй на собрание, блядь, не придешь, что тебе сделают, блядь? Придет какая-нибудь бабка, скажет, хули ты на собрание был, ты скажешь, ебаный, блядь, срал на толчке, скажи, ебаный, че, блядь? Нас еще и сейчас потратить.
Хорош, нахуй. Ебай, работаем синтек. Разрулил синтек. Просто, блядь. Отложил, нахуй, дела в сторону. Отложил личинку. Чисто отложил собрание, да? Трави, заебал, ты тут, нет? Если он отложил собрание, он может, наверное, и отменить. Биг Дэм, принимай. Дракон уже спит, блядь, пока все, даю отчет. Вилаша начинает. И Вилаша начинает прием на Вилашу, дали на пул, да? Или что там? Надеюсь, не на меня. Да, на Вилашу. Нашел под выровнять немножко, да, нормально стоит. Да пойдет. Что он дышит, блядь? Кто-то сопит. Это топа. Потеет, он сопит. Топа. Старость. Мысль, я вообще молчу и не дышу. Нет, это был ты. У меня отображается, ебать. Что ты пиво наливал там, что ли? Хоть нахер пиво, это синтек теперь пиво наливает только. Нихуя, смотри, у меня сразу левая стрелки, рука. Стрелки сразу переводят на синтек. Вторая рука, мышка. А Биг Дэм завидует, сидит, вот думает, не бы пиво. Ну да, мне эту неделю нельзя пить, блядь. Пиво. Почему? Ну, мне на работу могут в любой момент позвонить. Тут пизда, нахуй. Ты чё за красавец? А мне вот ещё больше повезло. Я могу пить, но, сука, в магазинах нету. Не повезло. Да пиздец, я второй день уже напиться не могу. Проси синтек, он тебе почту отправит из Магнитогорска. Да. Сука, как понять, что Войт зашел, его нельзя посидеть? Бидон умер. Бидон, красава, блядь. Я фанат бидона. Да, мы все фанаты. Я его главный фанат. Что, на мужика стоим, да? Ну да, попробуем. Ну вот этот вот, вот этот вот, вот этот сектор ваш. Подожди, беда. Нормально, нормально. Ну, я же говорю, нормально. Я просто стыб рукает, да. Еще бидон. Ты можешь тоже заходить? Близко к боссу не подходить? Ну теперь... Там вроде звездочка стоит. Теперь свет кому-то релить надо, конкретно. Чёрт, ну, там Лингрен есть, в принципе. Лезвие. Метка на Лианочке. Опа, я на таких соплях живу. Мы там жирные. Или мы не дамажем никого. Готовимся, третья фаза. 50%. Хилим танка, свет. Тьма стопнить там немножко. Диспо. Окей. Бля, вы сгорели. Как ты сдохли, ты чё? Ну, блядь, точно это. Уходите. Выходят долго, мужика бьём, мужики. Мужика. У вас там есть БРы, командуйте. Три тела лежат всего лишь. Три БРа есть у вас. Вот. Делайте дела, нахуй. Рави Сэджу лесную. Большой, большой. Редикон лесный. Близок, близок, близок. Вред. Второго рогу, короче, второй пати. В свету кто-то командуйте, Биг Дэм здесь, блядь. Это неудобно. Слышите, блядь? Лингрен, говори там чё. Я понял. Синтек сдох, блядь. Да, у меня... Хули говорить. Я пытался. Всё, вайм. Ладно. Синтека. Синтек бетона. Всё. Всё, уже да, можете. Хороший трай. Можете уже. Трёвый трай, но... Это ну, самое. Кроме... Смотрите, надо в свет. Ну, вот чтобы этого не было. От чего сдохли, да? В портал, когда заходили, и там огонь в свету, или что? Что это было? Там портал возле ебала, я думал, я успею зайти, типа, блять. Когда он возле ебала. Сзади. Никогда не заходите в портал возле ебала. Прям лучше, блять, подождите. Блядь. С хвоста. Ну вот именно. Вообще есть такое подозрение, что.
если начать заранее крутить, то мы попадем в другой сектор. И когда мы к этому моменту, то есть если мы по ДПС в этот момент переводим, да, то он портал, под нами, да? Который будет, да, он будет под нами. Вот есть, есть в этом смысл проверить. Начать типа заранее крутить, то есть в другой сектор уйти. Ну, так бы поудобнее, наверное, было. Потому что портал либо, ну, он в хвосте был, типа, но я его не увидел сразу же. Там порталы появляются и лезвия сразу же фактически прокают. Он в любом случае прокрутится. Вы куда? Просто не торопитесь, подождите. Ну да, можно подождать либо после лезвия. Вы, блядь, можете а секунд 10. Стоит? Он стоит до самого конца. Да, 15 секунд он стоит. 15 там, 15 там, 15 там, 15 там. Я вот могу, типа, ну, подождать, да, и потом зайти, окей. Вот, но при этом на этом там переходе... долго подождешь, он исчезнет, появится другой в другом они месте. Они каждые 15 секунд меняют положение. И про большого голема не забывайте тоже. Бля. Смотрите вы в агролисте первые, стопайте на, или вторые, то есть стопайте на. Я так и знал. Дайте лучше Халивона. Что я буду в ебаной тьме. Смотрите, я в тьме, мне там и релить нехуй, ну, конкретно там только крутить босса, там нихуя ни трэша нету. Поэтому свет полностью кто-то, смотрите, анонсить или Лингрид, или что вот. Если одну... А то, я тем... могу только, блядь, метеор нахуй анонсить. Ну, метеор, чай. Ну, кто, нет, кто еще в свету с голосом там? Я, кстати, тоже мобильный этот переключу интернет, потому что. Вадикон. Давай, Вадикон с голосом. Кто еще свету с голосом нормальный там? Равист, Вадикон, смотрите за ситуацией. Потому что, ну, если будете молчать, будет залупа, нахуй. Мы будем сейчас привыкать, блядь, еще 4 часа, нахуй. И уже не убьем на этом КД нихуя. Поэтому давайте активнее как-то. Это в наших же интересах разъебать этого пидора. У нас ДПС дохуище, блядь. Мы в 6 хилов идем. ДПС хватает на все, на трэш. Главное сейчас в треть, ну, до третьей фазы дойти и в ней жить, блядь. И все, пиздец. Босс изи. Бидон. Как он сдох? Не знаю. Меня Бидон, не как ты сдох? Дыхание. Под дыхание попал, когда заходил. Там как раз он не стоял неудобно. Невероятно. Вы должны знать, как вы сдохли, блядь. Чё за хуйня? Как это, блядь? Ну, ты не знаешь, нихуя себе. Я и спрашиваю. Есть дыхание, ну, есть лезвие. Не знаете, бать, поэтому и спрашивают. Логично. Порт нажал и умер, блядь. Ну, значит... Ну, это дыхание только. Кир, второй раз под дыхание попал, а первый раз... Он зашел уже мертвый. А, подожди, первый раз. Он и умер первый раз. Сразу, как танк зашел, короче. Все заходить начали, он умер. Но, но. Верно. У меня просто тут это написано. Вот смерти открываешь там. Первый бидон, второй бидон. Вот этот рай лучше всего был. Опять роги запороли. Смотри, я кручу медведя его с снежинкой, нахуй. Видал, блядь. Массаж нахуй. Хорош. Ебать, снежинка, блядь. Ну чё вы там, блядь, готовы, нет? Равис, ты уже чувствуешь, что хапалом можешь захилить эту хуйню, да? Вместо бидона. А, ещё хуже, блядь. Чё там? Обновление? Да, друзья инвалиды и всё. Чё синтек? Друид инвалидом можно взять, ебать. Давай. Портанись отсюда. Портанись, портанись. Выбеги и сделай что. Друид инвалид тут, нет? Я... А, блядь, игра нахуй. Портанись нахуй. Давай, там синтек обрыгался нахуй. У него там собрание скоро, блядь. Игра вылетела. Прием. Прием. Обрыгался. Ну так и сказали, обрыгался. Игра залетела. Не заходи. Так, я вот думаю насчет бидона. Свичить его, нет? Бидон, свичить тебя? Ты нихуя не понимаешь, блядь. Ладно, давай. Блять, я не знаю, Равис, ты будешь заходить хилить? Или что, или будешь дальше? Last chance, бидон. Да как угодно. Хотите зайду, хотите не зайду. Вообще, по барабану. Давай, заходи. Ну надо пробовать, потому что, чтобы, блять, кто-то смог вывести эту хуйню. Потому что он когда сдыхает, они не вывезут. А я телепортировался? Не знаю. Никто, ты будешь в тьме или... Я в тьме. Ну, сейчас попробую. А, окей. Ну, если свету проблем не будет. Это так, ты заходи на хэпа. Так, бидон пока кикну, тоже выйди. Так, друид инвалид, ты во тьме хилишь. Во тьме был, да? Представляешь, что там делать? Да. Угу. Ну, в Гере, в смысле, был? Ты, я был в этом, не в 25-ке, я был в этом. В десятке. С пугами. Чуть ли не убили. Все то же самое. Самое главное внимание обращай на танка и на метку.
Ну, рейд. Да, вот напомни мне, метки в гере выносятся на край также, то есть нет никаких особенностей. На край, да. Только наперед не неси никогда подъебало. Либо 90 градусов назад, это единственное, когда она несется наперед, то есть одновременно по ходу движения лезвия между двумя шариками, это когда и лезвие одновременно, и метка на тебя кинулась. Тогда она несется между шариками. Вокруг шариков пульсация, сам знаешь, 15 метров. Она как лезвие бьет. Вот там с тобой мордаун будет хэприст, и будет сейчас хэпал зайдет. Который должен МТ держать прям пиздец. Диспыли также мордаун. Поэтому. Но в цвету что там? Призм, гламур и ультраприст. Цвету прям имейте в виду, танка нельзя проебать ни в коем случае. Прям самый опасный момент, когда его голем бьет. И на перебежках. Все сейвы готовьте всю хуйню, блядь. Ничего не жалейте. Ну и процентаж, значит, это. Тоже подслеживайте, потому что могу проебаться, блять. Смотрите процентаж. Если 60, это значит в свету он больше наносит урона. Если 50, то заебись. Если 40, значит во тьме он больше урона наносит. То есть свету надо стопать на 40. Ну стопать как, не полностью прям, но это... Ну вообще кастовать стопать, ну чтоб это... Чтоб дотки тьма пересилила. Падать никому нельзя. Так, где там, блять? А кто у нас? Я что-то не понял, блядь. Вархель заходит, а кто еще? Синтек Гич. А кого я еще убрал, блядь? Синтека. Пиндона убрал. А, Пиндона, точно. Так, тогда Хан еще может. Давай, кто там есть у нас? На замене. Я же в тьме буду хилить, так ведь? Да. Когда желтая джага моя паладин. Ну, типа, могут два паладина кидать, один все равно может желтую кидать. Это нормально будет. Давайте. Ставьте шкаф. Захожу в свой любимый рейд в своем районе. Хули вы на своих монстров сели, блядь? В кармане у меня сапрот. И отец у меня был черный. Я подошел к тебе ближе и увидел твой шмот. И я понял, что ты уже не дамажишь. Так, сапрот. Это ты про кого? Да хуй знает, просто так. Про тебя? Принимай, Рианти, у тебя что там, целка 25 не убита, что ли? Ставлю рыбу. Ты в святую, Рианти, в курсе? Большого не сорви. Маленьких не сорви. На озере не сдохни. Лезвие тоже. Дайте каскунту, пожалуйста. Спасибо. Еще, блядь, диплодок, блядь. Мордаунт, Авилания. Как дела? Вилания тут, нет? Алло, алло, алло. Алло. Бля, дайте на свай. Чё дать? Отходи. На свай? На свай. На свай, да. Чё? На свай драконьего разума, да? А, на свай драконьего разума. Я понял. Как бы сказал сразу. Руан-то тут? Нет? А, ну я ж говорю, бля, зайду. Ёбаный, блядь, кидай обмен. Или дали тебе уже? Нет.
заебался уже проверки нажимания. Должны уже три трая были дать, блядь. Да, бля, у меня микрофон не работает. Результативно. Ты не прав, мы должны были уже с первого пить. В натуре, дай отчет. Сука, работаем. На полную вилашу. Нормально. Метеор. Вадикон резкий дрюйт инвалид. Большой идет. Метеор. Рано сказал. Нормально. Пробахнуть его? Быстрее, быстрее бейте, 3 секунды, блядь. Вот этот сектор уже вращает, конечно. Да, похуй. О, чё? Нихуя. Упали. Я нуб. И чё это было? Это шарик по-другому пошел. Ну, это и похуй. Хули, надо же вайпнуть разок. Вы вайпнули, я теперь разок вайпну. Справедливо. Да, мы же хотели, кстати, ну, хотели попробовать покрутить, я и забыл про это. Нет, там открывато стояло, там надо было подкручивать, наверное. Там лезвие прям на рейде получилось по диагонали. Да, я видел, оно и на мне появилось. Я вас, говорит, всех зарежу. Рыба старая. Бичи, да? Есть старая, есть новая, вот тут еще новая стоит. Старая уже протухла, не то. Да. Лимоном сбрызни, ебать. Заебись, блядь. Ну, уксусом, блядь, ебанем и все, ну. Горелкой подпалим, хули подкоптим немножко. Он сюрстреминг, блядь, захавает. Ебать. Я видел видос, где типы жрали, у них лимонад еще какой-то на столе стоит. Ебать, он плафон срывает, нахуй, и начинает в него вливать, блядь. Ебаный. А другой в окно, блин. Кто там кириешки жрет, нахуй? Ну, кстати. Хуярят, блядь, чипсы какие-то, нихуя, сухари. У меня тоже сухари есть. Блядь, с трубочки сок пьет. Потяни сока. Кока-кола, сука, фанту. Спрайт. Притон. Заходишь? Так. Проверка. Жу в свой любимый бар в своем районе. В кармане у меня крэк. Уси джуси на тусе. Бигдэм, ты где там? У меня экран завис. Меня слышно? Угу. Да.
Нет. У меня дроп там. Угу. Хочу тачку с открытым верхом. А, ключ к этому что? А, ключ к этому крэк. Вот дерьмо, твою мать. О, вот дерьмо пошло. Сюда дерьмо. Все готовы, блин, вот чё. Пиздец. А, чё-то качество стоунчу, потом заберёшь. Ага. Метеор. Большого голема раньше следить, чем маленький. Ну, вырос комар. Там у него анимация немножко запаздывает. Вот. То есть он говорит, написал огне, но кружок появляется через секунду у него тоже. Поэтому тяжеловато ориентироваться. Боссу больше надо, там больше. Что это? Пых! Нихуя себе, блядь. Ну какой-то пидорас стаунчил. Два на пола дали, как зашли. Ну какой-то вот. Пидор. Какой-то пидор стаунчил, блядь. Я там увижу потом, нахуй, кто это был. Я даже сейчас, у меня сейчас настал момент, когда надо один видос остановить, начать новый. Сейчас мы даже с вами я это посмотрим. Я вроде сейчас видел, но я не уверен, так что не буду говорить. Сейчас.